Новым тренером хоккейного клуба «Байкал-Энергия» стал Олег Батов. До конца этого сезона специалист возглавлял мурманский «Мурман». Под его руководством команда из арктической части России не смогла выйти в плей-офф, но отметилась разгромной победой над бело-синими. После чего свой пост покинул Сергей Юсупов, предыдущий рулевой иркутской команды. Олег Батов, воспитанник архангельского хоккея с мячом, выступал за архангельский «Водник», новодвинскую «Двину», северодвинский «Север», а также ульяновскую «Волгу» и клубы из Швеции. В качестве тренера работал в «Воднике», «Волге» и Мурмане.